Фабрика 1830 стала одной из площадок для съемок полнометражного фильма под рабочим названием «Авось, небось, да как-нибудь». Картину снимали также в Москве и в Калужской области. Но основные сцены пришлись именно на наш округ. Этот завод сделан из красного кирпича, и именно вот этот антураж очень подходит к нашему замыслу художественному, к нашему фильму. Очень, очень прекрасные фоны. История рассказывает про молодого человека, который решил выбрать путь от эгоизма, от карьеры, и решил посвятить себя общему делу создания реабилитационного центра под названием «Парк Космоленд» и возглавить его и обобщить этим самым всех жителей сказочного города Горохов. Поэтому этот завод очень отлично вписывается в нашу историю. Также некоторые сцены снимали в поле в Щелковском районе, чтобы показать весь колорит маленького города. В главных ролях начинающие актеры, которые недавно выпустились из театральных институтов и сейчас играют в театре в Зеленограде. Комедия про простого парня точно зацепит зрителей разных возрастов.